Я еще раз спрашиваю, кто выложил эту запись в интернет? Вы, урод, вы что, правда не понимаете, что все, что происходит в раздевалке хоккейного клуба, это таинство? Это все, что матери с отцом в спальню залезть? Значит, сделать эту запись из-под тяжка и выложить ее в интернет пороху хватило. А признаться нет, не получается, да? Пойдем по порядку. Александров. Я. Свободен. В смысле? В смысле, вещи собрал и на выход. За что? А вот за это самое. Но это не я. А мне без разницы, ты это или не ты. Вещи собрал и на выход. Ты у нас больше не работаешь. Антонов. То же самое. Но это не я, честно слово. Мне без разницы. Вещи собрал и на выход. Ты у нас больше не работаешь. Антипов. Это я. Громче, чтобы все слышали. Это я. Простите. Так получилось. Извини, так получилось.